Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, на столе у меня лежит две коробки замечательных наборов. Наборы это ранний Урал 420 от фирмы Трумпетер и Урал 420 поздний, который на данный момент находится на вооружении российской армии от фирмы «Звезда». Да, видите эти коробочки, значит, стройка намечается интересной. Обзоры данных моделей у меня есть на канале. Вы их можете посмотреть, если до этого не видели. Ну, а теперь я хочу сделать такой вот небольшой батл. Видео как бы для меня нового формата. Буду собирать одновременно два Урала. Ранний, поздний. От двух разных фирм. Заодно видео будем проводить сравнение данных моделей, давать им оценку, какая лучше собирается, какая по сложности потруднее, может быть, они будут одинаково хороши. То есть все это мы увидим в видео. Посмотрим самодостаточности данных наборов. Ну, кому интересно, оставайтесь на канале, следите за видео. Данные модели вы можете приобрести в магазине «Я моделист». Ссылочки будут в описании под видео. Сразу хочу сказать, модели буду ставить на смоляные колеса, что придаст им еще больше зрелищности. Так что пишите, друзья, в описании под видео, как вам интересен данный формат или нет. Но я его начинаю. И будем строить. Начнем сборку с Урала фирмы Трумпетер. У него поменьше коробочка. И, как мне кажется, он будет собираться полегче, чем Урал от фирмы Звезда. Но легче не легче, это мы увидим в процессе. Как видите, небольшая коробочка, но почти под завязку набита литниками. Как бы сами колеса довольно интересные у данного Урала. Но на канале у меня можете посмотреть видео по смоляным колесам, сравнение их с резиновыми. Посмотреть для себя, сделайте выводы. Ну, на мой взгляд, смола все-таки смотрится на моделях выигрышно. У вас есть, если лишние финансы, лишние средства на покупку смоляных колес, то я все-таки рекомендую приобрести их. Они все-таки намного выглядят выигрышней. Ну, теперь начну подготавливать детали к сборке. Начну собирать раму данного Урала и Урала фирмы «Звезды». И будем уже в процессе сборки смотреть, со скольки состоит что деталей, и проводить как бы свой небольшой анализ. Сейчас подготовлю литнички и начнем, приступим к процессу. Открыл инструкцию, посмотрел по буквенным обозначениям, какие литники мне понадобятся. Здесь понадобится литник А, Е и С. Сейчас быстренько срежем детали и посчитаем.
начал модель фирмы «Звезда». Сразу визуально открыл инструкцию. И сразу же в глаза бросается, что для сборки рамы потребуется намного больше деталей, чем в Урале от фирмы «Трумпетер». Даже вот элементы лебедки надо было предварительно сделать. Вот я сделал, судя инструкции, взял вот такой вот тросик. Вместо ниточки, которую дает фирма «Звезда», вот, сделал на лебедку. И теперь смотрим в инструкцию и подготавливаем, срезаем элементы рамы фирмы «Звезда». Собрал две рамы. Ну и как видим, друзья, рама «Звезды» примерно на 5 мм больше, чем рама «Трумпетера». Но это понятно. База у нас удлиненная. Кабина у нас длинная у «Звезды», поэтому и рама подлинней. Сразу хочу заметить, что деталей в «Звезде» намного больше. Например, вот одна мелкая деталь, вклеивал за кадром. Вторая мелкая деталь вклеивалась за кадром. Плюс механизм лебедки состоит из 9 деталей. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 поперечных балок. Здесь же у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поперечных балок. И радиатор состоит из 3 деталей. 1, 2, 3. Здесь мы еще даже радиатор не устанавливали. И уже видим, что деталей больше. Ну, в целом все довольно неплохо собирается. Понравился пластик как и у «Звезды», так и у «Трумпетера». Он и в меру мягкий, в меру твердый. То есть, что это нам дает? Это легко обрабатывается сам пластик, места срезов, швы пресс-форм. Одно немного не понравилось у «Трумпетера» – очень толстый шов от пресс-форм. И приходилось тратить больше времени, чтобы его убрать. Ну, продолжаем собирать рамы дальше.
Здесь еще много предстоит сборки по сравнению все-таки с Трумпетером. Но модели оба мне нравятся пока что на начальном этапе.